Всем привет, ребята! Приобрел себе игровую гарнитуру от популярного тайваньского бренда Acer. Ноутбук от этого бренда у меня уже был, качество мне его нравилось, поэтому теперь я решил попробовать попользоваться игровой гарнитурой от этого же бренда. Название модели гарнитура Nitro OHW306. Здесь у нас изображена сама гарнитура, на самой коробке присутствует различная интересная интересная информация о самой гарнитуре. Виртуальный объемный звук 7.1. В гарнитуре присутствует RGB подсветка, динамики 50 мм. Также в гарнитуру встроен всенаправленный микрофон, кабель в прочной оплетке. Подключение гарнитуры происходит через USB. И также перевернем коробку. Здесь у нас также различная техническая информация по гарнитуре. Вся информация на русском языке. Тип наушников наушников полноразмерные закрытые, оголовья регулируемые, амбушюры мягкие, эргономичные, тип микрофона подвижный, режимы подсветки в наушниках динамичный и статичный, вес наушников 414 грамм, ну и с другой информацией по наушникам вы можете ознакомиться сами. Давайте, ребята, сейчас вскроем коробку и посмотрим комплектацию. Итак, таким вот образом мы ее открываем, достаем наушники. В коробке присутствует также краткое руководство пользователя. Всю информацию по этим наушникам я сейчас фиксирую для вас на экране. Но я вам, конечно, по ходу обзора все важные моменты о этих наушниках расскажу. Итак, вот у нас сами наушники. Так, давайте уберем здесь все лишнее. Также на оголовье присутствует защитная заводская пупырчатая пленка. Ее тоже сейчас уберем. Итак, наушники распакованы. Перед тем, как мы приступим к их детальному обзору, я попрошу вас поддержать это видео лайком. Стараюсь для вас. Без вашей поддержки не обойтись. И подписывайтесь на мой канал, те, кто еще не подписан. Впереди вас ждет много интересных видео. Итак, давайте рассмотрим наушники более подробно. У наушников имеется кабель. Он у нас в оплетке. Кабель достаточно длинный, 2 метра 10 сантиметров. Кабель USB. Далее у наушников... Имеется микрофон для общения в играх, на стримах, в Дискорде. Используйте где хотите. Идем дальше. Здесь у нас колесо регулировки громкости. Крутите влево либо вправо, чтобы убавить либо прибавить громкость звука. Также на это колесо можно нажимать сверху. Оно служит еще и кнопкой. При помощи этой кнопки вы переключаете режимы эквалайзера. Вот на самой кнопке здесь имеется маркировка EQ – эквалайзер. Можете поиграться и выбрать наиболее подходящий вам режим. Далее у нас здесь имеются мягкие эргономичные амбушюры, амбушюры с эффектом памяти. Напоминаю, то что внутри у наушников встроены динамики диаметром 50 миллиметров. Также здесь имеется мягкая накладка на дужке оголовья для комфортного использования наушников. А еще оголовье у нас регулируется слева и справа. И здесь у нас прописаны размеры. Первый размер, второй, третий размер. Ставьте под размер вашей головы. Еще слева, а также справа имеется логотип бренда Acer. А сверху наушников логотип модели Nitro. Это просто такая серебристая краска. И вот смотрите, ребята, как задизайнили эти наушники. По-моему, смотрится круто. Здесь такие металлические вставки, а здесь у нас такая красная мишень. Красный кружок, правда, на камере плохо видно. Производитель здесь подчеркивает, что наушники игровые. А еще на левом наушнике, на котором располагается микрофон, также есть кнопка управления RGB-подсветкой. И о RGB-подсветке давайте расскажу вам подробней. Далее давайте посмотрим RGB подсветку в этих наушниках. Подключаем наушники к ноутбуку и сразу на наушниках срабатывает динамичный режим. Наушники светятся разными цветами. Вот посмотрите, я взял наушники в руки и цвета здесь таким вот образом переливаются. На каждом наушнике по 6 лампочек. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Посмотрите, ребята, смотрится очень красиво. Реально RGB подсветка это прямо фишка этих наушников. Я могу вам сказать, что у меня это первые наушники с RGB подсветкой. И также посмотрите, ребята, микрофон у нас тоже светится красным цветом. Когда он горит красным цветом, это говорит о том, что микрофон сейчас включен. Здесь есть специальный кнопка если мы на нее нажмем микрофон у нас отключается давайте нажмем на кнопку снова микрофон снова активен и ребята на наушнике на котором располагается микрофон есть вот здесь вот внизу специальная кнопка. Если мы на нее нажимаем, у нас происходит смена режимов RGB подсветки. Был режим динамичный, сейчас режим статичный. Наушники просто горят красным цветом. Всего в этих наушниках предусмотрено 7 цветов. Первый красный. Если мы нажимаем на кнопку еще раз, далее у нас срабатывает зеленый цвет. Нажимаем на кнопку еще раз. Теперь горит синий цвет. Нажимаем. Дальше фиолетовый цвет. Идем дальше светло-зеленый цвет. Еще раз нажимаем голубой цвет. И далее светло-голубой цвет. И последний раз подсветка наушников полностью отключается. Итак, дорогие друзья, давайте протестируем микрофон на наушниках Acer Nitro. OHW 306, давайте досчитаем до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Для игр вполне сгодится. Поиграл я в этих наушниках в игры, послушал музыку, помонтировал видео и так далее. В общем, я их затестил. Что могу сказать? Звук в наушниках детализированный. Четко слышно все детали. Низкие, средние и высокие частоты звучат сбалансированно. Громкость в этих наушниках умеренная. Сам я их использую на громкости 70-80%. И звук достаточно громкий. Поэтому есть запас громкости. Но знаете, нет такой громкости, чтобы разрывало уши. Но по моему мнению это как раз и говорит о качестве наушников. На разрывной громкости наушники слушать просто вредно для слуха. Низкие частоты очень хорошо звучат. тоже я бы сказал басы такие умеренные. напомню, что наушники игровые, и они адаптированы именно под звук игр, чтобы вашим ушам было максимально комфортно при игре. наушники можно использовать и для любых других целей. к примеру, я в них монтировал данный обзор, и знаете, меня звук устроил. музыку слушать тоже можно, но бас в них такой умеренный, я бы сказал, звучит он классно, но не долбит на всю катушку по Любителям мощного баса и музыки скорее нужны специальные наушники для музыки. Ну как-то так, ребята, я могу охарактеризовать звучание в этих наушниках, я не профи, учтите. Ваше мнение может отличаться. Перед покупкой можете и другие мнения выслушать или вообще протестировать их в магазине, допустим. Но за звук в играх я все-таки ставлю 10 баллов из 10. Играть реально комфортно, играл я в них в основном в Counter-Strike для теста. По качеству материалов наушников и по дизайну вопросов тоже нет. Твердая десяточка. Цена на них доступная. На голове сидят удобно, а дискомфорта нет. Что сказать, буду пользоваться, наслаждаться игровым процессом. В завершении этого видео попрошу вас поддержать видео лайком. Старался для вас. И подписывайтесь на мой канал. Те, кто еще не подписан. Впереди вас ждет много интересных видео. Пока-пока.